Так, с этим разобрались. Эй, подожди-ка. Чего тебе? Хочу тебя предупредить. На востоке от Венгарда сидят орки. Целая куча орков. И что? Они сейчас не на отдыхе, понимаешь? Они только и ждут момента, чтобы подраться. Если они тебя увидят, тебе конец. Что ты тут делаешь? Я охотник. Перебиваюсь тем, что найду на побережье. Ты можешь научить меня охоте? Конечно. Принеси мне с востока мясо пугливых оленей, и я покажу тебе несколько уловок. Это будет честно, как ты считаешь? Ты живешь тут совсем один? Почему бы и нет? У меня нет никакого желания стать рабом орков. Бандиты тоже не дураки. Они нападают на все, что к ним приближается. Ну а куда тебе в любом случае не стоит идти? Так это в столицу Венгард, на севере. Старик, там расположилась целая армия. На твоем месте я бы не подходил слишком близко. Понятно. Я раздобуду для тебя мясо пугливых оленей. Если орки заметят тебя возле Венгарда, значит, ты удрал, понял? Понял. Покажи мне свой товар. Остановись здесь.
мы... Удачи. Не сдавайся. Здесь все благополучно. Благодаря тебе. Если он будет так продолжать, из этого никогда ничего не выйдет. Я об этом подумаю. Об этом подумаю. Удачи. Неинтересно. Ничего не могу поделать. Я не люблю орков. А что с Лестером? Ведь он хотел пойти за подкреплением. Как в старые добрые времена, да? Орки были не такие уж сильные. Думаю, есть и помощнее. Что с Лестером? Кажется, он собирался идти за подкреплением. Береги себя. Мы снова влипли в хорошенькую историю. Что здесь произошло? Орки одержали совершенно очевидную победу над королем Рабаром.
И теперь орки носятся по всей стране, порабощая людей. Но намного больше меня интересует, куда же подевался Лестер. Мои руны потеряли свою силу. Думаю, что и у других магов огня дела не лучше. Я отправлюсь в дорогу и постараюсь изучить древнюю истинную магию. О чем ты говоришь? Во времена, когда еще не было рун, магией владели лишь немногие, очень могущественные люди. Это знание можно где-то найти. Я буду его искать. Я иду с тобой. Мы должны вести поиски порознь. Найди Ксардоса. Если кто-нибудь что и знает о магии, так это он. Мы еще увидимся, я уверен. Удачи тебе. Не подходи слишком близко к огню. Увидимся. Береги себя. Дай нам спокойно поговорить. Нет.
этот бой не затянется. Остановись здесь. И больше не лезь ко мне. У Мора и золото есть. Ха, неплохо. Теперь это мое оружие. Исчезни. Чего ты хочешь? Мор.